Специалист территориального отдела Роспотребнадзора Алсу Хабибуллина рассказала о текущей эпидемиологической обстановке в республике и в городе Нефтекамск. На 4 марта 2021 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 29 126 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 4 случая за последние сутки по городу Нефтекамск на сегодняшний день официально зарегистрировано. 1025 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю составил 12 случаев. На лечении в Нефтекамском ковид-госпитале находятся 62 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое. 5 пациентов находятся на лечении в реанимационном отделении с применением неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении с легким течением заболевания новой коронавирусной инфекции находится всего 14 пациентов. За период пандемии нами обеспечено 1642 амбулаторных пациента льготными лекарственными препаратами. Также продолжается работа по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. В город поступило 5305 доз вакцины, 450 из них переданы в Агидель. На сегодняшний день вакцинацию завершили 928 человек. Это 17% от всех вакцин, которые к нам поступили. И первым компонентом вакцины привиты 4257 пациентов. Это 80% от полученного объема. На брифинге сообщили, что поступление в Нефтекамск вакцины «Эпивак Корона» ожидается в середине марта. А чтобы сделать прививку, не требуется регистрации на платформе госуслуг. Марина Медвинская, «Время новостей».